Сегодня я хочу показать, как интересно можно разнообразить свой досуг, выходные дни, вообще какие-то дни, вечера, если у кого-то есть время. А в общем, мы решили... Привет, привет, да? Да. А мы решили сегодня показать, как мы рисуем на шелке. Для этого мы натянули на подрамник шелк. А я его предварительно стирала, чтобы ничего не осталось. Ну, бывают там какие-то... Как я слушала, рассказывали, что как бы фабричную материю необходимо постирать, потому что может быть там что-то какие-то масла, прочее, прочее. В общем, мы все сделали согласно инструкции, постирали, погладили, нашли вот такие вот два рисунка. Натянули на подрамник, закрепили вот такими вот пинами, кнопками, купили краски, они будут растекаться кисточками, да. Вот сколько у нас. Да, очень много. Мне в общем, давайте нравится. Как бы потихоньку начнем, будете учиться вместе с нами. Перед тем, как начать любое творческое дело, надо, конечно же, подобрать необходимые краски, всяческий supply. Обожаю магазин один. Этот магазин называется Michaels. Здесь много всякой всячины. А вот, кстати, рисуют вот такими кисточками. Ну, поролоновыми. Думаю, надо будет взять и такую кисточку. В общем, сейчас будем по ходу решать. Подрамник. Мы... Сейчас пытаемся усовершенствовать свою технологию и вот от примитивного идем к более такому профессиональному. Этого мы рисовали вот на холсте, но думаю, что холст не совсем удобен. Здесь ящики. Ага. Ну, кстати, интересно, можно самому сделать замок. Такие симпатичные домики. Пока ходишь, ищешь то, что тебе нужно, отвлекаешься на такие всякие очаровательные штучки-дрючки. Очень приятный выбор цветов. Искусственных, понятное дело. Но все же, как будто в оранжерее. Настоящий. Тут их такая масса, море. О, вообще фиолетовый цвет. Обожаю. Итак, у меня в руках находится такой каунтер. Он черный. Он черный. В общем, задача наша... Мама будет обвести. Обвести этот рисунок. Ой. Чтобы не было никаких таких у нас промежутков. И вот я пытаюсь это сделать. Это тяжело. Ну, вот я пытаюсь. Это наша первая работа. Да, мы первый раз сделали. Да, делаем. Мы вернее делаем, да. У нас еще есть три баллончика. Белый, серый и еще. Ну, мы не хотим пока тратить все. Мы хотим пока что вообще понять, что это такое, вся эта вот да, технология, специфика. Смотрите, сколько у нас кисточек. Да, пока расскажи о том, что у нас есть. У нас очень много красков, банков. Красок? Это вот мой, видишь, я это туда мой, пальцем. Это мой любимый цвет. Вот, очень надо аккуратно. Ты видишь, но я тебе скажу. Вот я смотрю, что он такой, он капает. Когда я смотрела видео, мне казалось, что он такой, прям какой-то такой, вот знаешь, как маркер, не разбрызгивается. А оказывается, нет. Так, тут надо очень внимательно. Так, и не должно оставаться никаких таких вот
пустот. То есть для чего как бы все это нужно, чтобы не было никаких пустот. Это на самом деле такой вот резиновый состав, который вот эти контуры должен схватить. Ну, короче, первая работа. Все? Не будьте такие к нам предвзятые. Мы показываем. Сейчас я перейду на другую сторону. Так. Ой, нет. Что он немножко, знаешь, такой даже суховатый, но видишь, я. А ну подожди, стой, стой, ты с ним встань. Да, тут. Так. Итак, я навела два рисунка. Теперь должно пройти время, они засохнут, и мы будем наносить спокойно краски. Сейчас теперь осталось нам выбрать цвет краски. Да. Ой, очень приятно, знаешь, так как действительно, так как помада. Дай мне попробовать один разок. Я тебе сейчас дам, одну секундочку. Я просто хочу пока наловчиться. На, держи как ты. Это делать? Ой, видишь, подожди, ты видишь, вот они уже растекаются. Вот, покажи. Вот тебе, посмотри, что получается. Клево. Ага, видишь, оказалось, вот это вот контур, он не настолько держит железно. Мам, мне тяжело. Тяжело что? Телефон держать. И видишь, как он тоже... Да, я думала, что он более резиновый. Но... Мне хочется попробовать тоже. Но... Подожди секундочку, ты попробуешь. Одну секундочку. Так ты мне не даешь. Я дам. Имей выдержку. Там... Давай, секундочку. Так, давай, отлично, у тебя выходит. Все, давай, переходи к следующему лепестку. Следующий лепесток. Давай, аккуратненько. У тебя отлично получается. Ага, давай следующий. Ух, как хорошо. Очень профессионально. Великолепно. Прекрасно идет работа. Спокойненько, так как по маслу, кисточка. Приятно, правда, кисточкой работать? Аккуратненько макай. И теперь по стеночкам. Ага, прекрасно. Раз, пару капелек и все. И переходи на следующий лепесток. Приходи на следующий. К этому ты потом вернешься. Оно растекается. Оно растекается, да, поэтому... Да, вот такие вот движения. Прекрасно.